Так, друзья, лекция закончилась. Лекция была потрясающая. Напомню, у нас в Уфе уроженец нашего края Сергей Карпухин. Самый крутой фотограф восточной части России, Якутии. Фотографии были просто потрясающие. Вот так будет лучше. Фотографии были просто потрясающие. И по приглашению руководства Национального парка Башкирия мы едем к ним снимать медведей, которые, возможно, будут вдалеке Нугуш. Неделю назад руководитель нас парка поднимался вверх по Нугушу, и там было просто большое количество медведей. Большое. Медведи меня любят, если они где-то рядом будут, то точно выйдут. Вот. Подъезжаем к Нугушу. 5 часов утра. План такой сейчас. Приезжаем в центральную усадьбу Национального парка Башкирия. Нас встречает руководитель Нацпарка Башкирия Владимир Кузнецов. Мы пересаживаемся на его чудо-глиссер, лодку с пропеллером, и едем по Нугушскому водохранилищу, по реке Нугуш в Верховье. Большая вероятность, что встретим медведей по берегам реки. В лесу еще снег. По берегам уже открытые места, и, наверное, мишки там ищут пропитание, греются на солнышке и ждут туристов, первых сплавщиков по реке Нугуш. Поэтому есть возможность поснимать медведей прямо на Южном Урале. Не надо за это ехать на Камчатку или Курилы. Мы на берегу Нугушского водохранилища, можно сказать, на его дне, потому что воду сбросили за зиму. Вот эта плотина. Где-то там скоро будет рассвет. Владимир, гостеприимный хозяин этой земли. Расскажи нам, пожалуйста, куда мы едем и чем будем сейчас заниматься в общих чертах. Я даже не знаю, поедем мы, полетим, поплывем. Я говорю, это шайтан-машина с пропеллером. Задача пройти в верховье реки Нугуш, посмотреть состояние воды, заторов, здоровье медведей, которые должны уже вылезти. Ну и вот насладиться погодкой. Смотри, какое солнышко-то будет. Да. Про этот аппарат пару слов. Пермские ребята делают прекрасную технику, отечественный разработок. Винт казанский, мотор вазовский, редуктор белорусский. Отличная техника по любой поверхности. Быстро ездит? Ну, может. Говорят, что громко, да? Один недостаток, тормоза напрочь отсутствуют. Шайтан, машина готова к выезду. Сейчас полетим. Так, едем на рассвет. На водохранилище уже наледь сплошная. Наверное, это в это время есть только такая возможность ездить по льду. Сейчас 12 апреля, ранняя жаркая весна. Зачалились у водопада Куперля. Вот помню, месяца полтора назад я здесь торопил наверх на лыжках. Ну вот и водопад, карстовый мост Куперля. Вон там в распадке. Пойдемте сходим, посмотрим. Тяжелый подъем, круто уходит вверх. Склон каменистый, буреломный. И вон там уже водопад, вон в том темном углу. Вот он, Нугуш, несет свои могучие весенние воды. А за спиной я уже слышу, как шумит водопад Куперля. Вот там, видите, скалы вдалеке. Там это арочка. Мостик покрыт толстым слоем льда, и я успешно убрался в воду одной ногой, но успел задержаться. А так бы мог бы улететь прям со всей техникой в ручей. Вот он, красавец! Это первый каскад. Но воды пока мало. Мало воды. Еще активное таяние, конечно. Выход не начался. Главное чудо природы – арочка.
из которой вытекает водичка. Это и есть карстовый мост Куперля. Все, сейчас выйдем на видовую точку и посмотрим на солнышко утреннее, а потом уже будем смотреть более пристально водопад. Пока он в тени, нужно подняться наверх, там где солнце. Может быть, как раз пока мы там ходим, вода светится. Жесткий наст и лед. Вот такой должен быть директор национального парка. Всегда впереди. Я не такой, я хуже. Ну, такой или чуть хуже. Но мы пока тебя знаем только с самой, что ни на есть, хорошей стороны. А зрители тебя видят с самой, что ни на есть, пятой точки. Сейчас выйдем к той сосне, которую можно назвать неофициальным символом национального парка. Здесь с видовыми точками на самом деле не так все хорошо, как на высоком Южном Урале. И поэтому любая классная открытая площадка, она ценится. Ой, смотри, там какой-то рассвет классный. Идемте быстрее. Вон, красота какая. Смотрите, ребята, не зря мы сюда торопились. Водопад подождет. Солнышко освещает долину, реки Нугуш. Да, это хорошо, это прямо хорошо. Сейчас будем фотографировать. Вон, ребята, солнышко встает, и вот такая красота в долине реки Нугуш. Прямо классно. И вон Нугуш у моих ног извивается змеей коричневой. Огонь снимать некогда, точнее, ну, видео снимать, фотографирую. Но посмотрите, классно, не распугать вы медведей. Нам очень-очень круто повезло с погодой, потому что Владимир Кузнецов знает, когда нужно ездить на фотоохоту в своих владениях. Медвежий след. Я всегда знал, что медведи любят красоту, любят красивые видовые места. Сергей, ну как тебе твоя родина, которую ты не посещаешь? Здесь есть что посмотреть. Нормально успели, да, сегодня? Да, хорошо, красиво. По погоде. Место хорошее. Место преступления? Нет, это на снегу разводили. Да, да. На снегу он просто сел. Да, вот это сгорело бы. Да заколебали, блин. Костры жгут. Ну а что, здесь вот один костерок и все. Ну конечно. И кончилась вся красота. И потом полмесяца. Да ладно, полмесяца, все сосны сгорят. Ну все, здесь поснимали. Сейчас пойдем на водопад. Там как раз все очень хорошо получилось. Встало солнце, осветило долину. И водопад был в тени, пока мы поднимались. Сейчас как раз солнце туда начинает падать. И мы попробуем снять и водопадик. Водопад прямо, так как он находится в глубоком ущелье, снимать всегда очень тяжело. И, быть может, сегодня что-нибудь получится. Я здесь уже был много раз. Ну, правда, всегда проездом. Специально никогда не приезжал фотографировать, потому что не люблю ездить ради фотографий. Люблю ездить ради путешествий. А фотографии побочные. Ну и видео. Посмотрите, внизу ущелье водопадное. Каждый год здесь бьются люди, потому что приезжают пьяные, неподготовленные, лезут на скалы и летят вниз. Вот одна только проблема – тень, которая будет бросаться на водопад. Смотрите, солнце осветило водопад, и сейчас мы его здесь поснимаем. Тысячи лет, миллионы работы вот этой силы. И вот так это все было создано. Нам повезло неимоверно. Смотрите, какая круть. Я такой Куперлю еще не видел красивой. Прямо огонь! Фу. Интересное какое-то образование, да? Пена вышла вот так. Это пена, да? Я знаю, знаю. Ух ты, какая. Так это пена. Обалдеть, ребята. Это застывшая пена. Фу-фу. Круто. Реально застывшая пена. Везде, везде вода течет. Из каждой щели. Вот здесь хорошо, что веревочка провешена, правильно, здесь очень скользко. Вот такой вот глаз. Классно, мне сейчас будем фотографию делать человека. Куда только жизнь не забросит, такую дыру. По-моему, мы уже утомили наших хозяев этими бесконечными фотографиями. Ну, конечно, они бывают чаще нас здесь. Но прямо день, огонь, свет такой шикарный, освещает водопад. Ну, я думаю, вы все видели.
Сейчас еще к последнему подойду к каскаду снизу и пойдем уже в лодку. Вот он, заключительный кадр Куперли. Пришлось замочить ноги, перейти в рот, ручеек, но я думаю, это того стоит. Вот так вот, видите радугу, не знаю, и мне видна. Ну вот, как-то так приходится работать. Как-то вот так вот. Владимир, докуда доедем сегодня? До Пятилистника. Наверх поднимемся? Нет, посмотрим, если там не занято. Не занято, да? Мишка. А зачем вам вот этот отсек? Спать там можно? У этого отсека есть и не совсем хорошая история. Какая? Любители селфи с Куперли вывозим. На скалах? Да. Понятно. Там прямо нос открываешь, носилки сюда грузится. А, понятно. Так, ребят, мы сейчас прошли весь Пятилистник, поднялись вверх по течению Нугуша, и мы на крайнем лепестке, на одном из самых узких, и попробуем сейчас подняться наверх и полюбоваться видом Пятилистника. Я тут в какой-то вообще в обтряском состоянии. О, просто огонь, огонь, это чудо-машина. Пойдемте наверх. И вот река. И вот река, а между ними достаточно далеко. Если посмотреть по карте, давайте посмотрим карту. Вот. Видите, сколько расстояние. Хорошо. Хорошо-то как. Вот так вот, я думаю, очень наглядно, да? Вы понимаете, что такое Пятилистник. Вот река и вот река. А между ними скалы. Миша, Миша, где ты? Где ты прячешься? Выходи. Я приехал тебя фотографировать. Вот оттуда, ребят. Вот с той скалы обалденный вид. Сейчас покажу вам. Я как-то туда поднимался, когда мы сплавлялись. Там-та-ра-та-та-та-там-та-ра-та-там-там. Это национальный парк Башкирия. Это одно из самых классных мест в Башкирии. Самое красивое ущелье речное на Южном Урале. Кто не согласен, можете предложить свой вариант самого красивого ущелья на Южном Урале речного. Вот, ребят, посмотрите, видите эти тоненькие полоски? Владимир говорит, что это медвежьи коготки. Потом они сказали нам. Но это, я так понимаю, это не территорию метит, это он просто лазил, да? Лазил, они же любопытные. Так, перекусили, сейчас отправляемся вниз по течению, да? Аккуратненько. Сидим чуть-чуть. Пусть прогреется. Да. Подождем, пока прогреется земля, мишки проснутся. В 11 пойдем. У нас сейчас главная цель — найти и снять медведицу. Или медведя. Ну или хотя бы медвежонка. Да, или хотя бы медвежонка. Да. Вообще это уникальная ситуация. Вот в это время здесь практически никого не бывает. Сплавщики пойдут намного позже, где-то недели через две. А сейчас вот только на таком устройстве можно сюда и попасть. Видно, где проходит уровень воды весенний. В Уфе видно по мусорным пакетам, а здесь по травке. Потому что здесь национальный парк. Здесь люди убираются. Заднего хода нет, зато вперед мне хорошо. 1,5 миллиона, пермская разработка. Так, начинается фотоохота. Начинается фотоохота. Идем медленным ходом, чтобы не пугать медведей. Солнышко пригрело, они должны сейчас греться на склонах.
южной экспозиции. Надеюсь, кого-нибудь поймаем в наш видоискатель. Количество тельняков достали. Вот она, да, пушка. Идем тихим ходом. Небольшие пуколки. Все в боевой готовности. А впереди узкое место пятилистника. Идем, пока никого не видим. Но надежды не теряем. Где же вы, наши мишки? Давайте, покажитесь нам. Мишани. Мишани. Программу минимум выполнили. Медведи посмотрели, водопад снимали. Самое бурное здесь место. Ты прям с разгона будешь въезжать? Огонь машина, огонь просто. Огненный попилац. Надо сделать поправку на ветер. И все, программа почти максимум выполнена. Единственное, что не поднялись на пятилистник. Пару медведей, правда, издалека повидали, но ладно. У медведей свое расписание, им не до нас. Надо брать большой объектив и ехать надолго, высиживать их, выглядывать. Блин, оглох вообще. Ничего не слышу. Друзья, я напоминаю, что я и все вы обязаны этим крутым путешествием Владимиру Кузнецову, руководителю парка Башкирия. Приезжайте все в наш парк, регистрируйтесь и посещайте самые крутые достопримечательности центральной части Южного Урала. Тут есть на что посмотреть.